И всем привет, с вами я, Тима Легабро, и сегодня я хочу показать вам вот такой прикольный, как сказать, грузовик, что ли, военный, шестиколесный, не военный грузовик, что-то типа такого. Ну, весит он 725 грамм, 720 грамм, 700 грамм пластика, потому что немного есть резины, но это не важно. И здесь где-то 200 грамм еще вот таких, ну даже больше 200 грамм. Вот пины и еще пулбэк мотор. Это уже килограмм. Блин. Увесистая хрень. В общем, ребят. Вот такой автомобиль. На 6 колесах. У него открывается капот, где ничего нету. И у него мало того, что открывается, но еще кстати, пулбэк мотор здесь просто так, типа запчасть какая-то. Давайте лучше уберемся. Раз, два. Короче, работает магия монтажа по старому способу. Ну что, ребят, у нее есть функция открывания вот этой задней дверки. Поднимается и опускается. И капот. Ну, двери, конечно же, закрыты. Ну, вот так катается. Кстати, ребят, смотрите. Амортизация есть. Амортизаторов нету. Вот там сразу, вот тут сразу колеса идут. Не знаю, видно ли вам. Ну вот тут тоже. А, кстати, ребят, есть еще одна функция. Вот ездит все. Но если мы снизу вытащим вот эту фигню, все. Она стоит. Ну как вид? Красиво. Я, если честно, хрен его знает. Ну что, ребят, здесь используется меньше 2000 деталей. Самое интересное, что здесь у меня около 1500 было деталей. Осталось где-то больше 1000. Чуть больше 1000. И эти детали здесь использовалось довольно мало. Здесь больше всего использовалось вот эти. У меня вон две коробочки было занято. Вот одна была занята, вот вторая. Я сюда немного остатки присыпал. А, кстати, вот здесь у меня эти крепежи. Ой, крепежи. Мини-крылья и
типа отвертки для Lego System. Автомобили ездят за окном. Шумно. Тут используется очень много балок. К примеру, вот это можно заменить обычными платформами. Или как они там, пластины. Ну, кстати, тут используется 46 вот таких вот балок 1 на 9, 1 на 7. Используется 20 балок 1 на 13, 16 балок, 15 балок 1 на 15. Ну вот, вот эти новенькие детали. Вот, новенькая. Ну и вот. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Все. Используется 6 вот таких колес 56 размера. Я сначала хотела сюда прицепить колесо, но что-то не совсем не поехал. Не понравилось. Все, абсолютно все функции работают. Кресло же здесь с вот такой подушкой, что ли. Вот, смотрите. Чтобы можно было поправлять. Не знаю, видно ли на видео, но вот. Тут можно пододвигать сиденье, но не пододвигать. Как бы регулировать. Чё капот открывается так часто? К сожалению, рулевого управления нету. Я хотел сделать, но у меня не хватило бы нужных мне деталей. Мне пришлось бы использовать две вот такие детали. Еще рулевую рейку. Ну, она у меня есть, но не очень хочется. Тем более, мне тут нужно было бы иметь дифференциалы 3 штуки. А у меня только 2. Старый и новый. И еще один новый, где используется 5 маленьких шестеренок бежевых. Ну, слов нету. Мне нравится. Не знаю, на камере выглядит, наверное, как-то по-другому. Но в реальности реально красиво. А еще забыл сказать, что здесь ни одной шестеренки, кроме вот этих дисков, так называемых, не используется. Только вот это все. Больше шестеренок тут нету. Вообще.
Вот это уже сделано. Довольно-таки сложно. Ну, детали так легкие тут. Если хотите инструкцию, тогда набираем с вами. Ну, хотя бы 3 лайка. И тогда будет инструкция. 6-колесного военного пикапа. Ладно, ребят, всем пока. С вами, друзья, Тима Лего Бро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока.